Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от украинской торговой марки «Команчи». Модель называется «Ниагара». Леди. Ниагара, леди, имеется в виду, что рама здесь идет немного скошенная, для того, чтобы девушкам было удобнее переходить через раму верхней трубы. Данный велосипед относится к горным велосипедам, у которых размер колеса 26 дюймов. Рама алюминиевая, количество скоростей 3/7. Ну, более детального описания следующее, сказать хочется. Покрышка идет полусликовая, по центру гладкая. Гладкий протектор, по бокам боковые шипы будут легко удерживать велосипед на бездорожье. И по асфальту тихо будет ехать. Колесо 26 дюймов идет с алюминиевым ободом. Колесо крепится при помощи легкосъемного эксцентрика, что легко можно поставить и снять колесо при транспортировке. Тормозная система V-брейки. Надежные, хорошие, ничем не компрометирующие себя тормозная система. Вилка от компании Santur с ходом 70 мм. В описании стоит следующее сказать. Здесь хорошее оборудование от компании Shimano. Тормозные ручки совмещены с переключателями, называются моноблоки. Спереди идет 3 передачи, сзади 7, соотношение передач 3/7, тем самым можно сказать. Ну, также немаловажно сказать, что здесь каретка картриджная. Это промподшипники стоят внутри основного узла, там, где мы педалями крутим. Это надежность, комфорт, легко педалировать. В общем, хороший узел. Также сказать стоит, что здесь защита звезд идет, пластиковая. Ну, девушкам нравится, когда больше защищенности. Стоит также учесть, что здесь подводка нижняя у переднего переключателя. Это комфортнее, больше, меньше пачкается. Задний переключатель Altus на 8 скоростей. Но так как здесь стоит задняя трещотка на 7, то это тоже будет отлично, хороший переключатель. Также стоит отметить, что велосипед комплектуется камерами с автомобильным ниппелем. Легко подкачать можно в любом месте. У велосипеда Команчи Ниагара L, Lady имеется в виду, есть специальные отверстия. Раз, два с одной стороны, также два отверстия с другой стороны, которые легко позволяют установить багажник. Тем самым велосипед легко можно превратить в туристический, поставив сюда багажник. Педали стоят здесь пластиковые. Ну, это надежный, хороший, легкий элемент велосипеда. Легко поднимается седло, регулируется с помощью легкосъемного эксцентрика. Ну и можно сказать следующее, что легкий, хороший алюминиевый велосипед по доступной цене в нашем спортивном велосипедном магазине на бульваре Перова. Если вас заинтересовало данное видео, рады будем, если вы что-нибудь нас опишете. Если вас заинтересовал данный велосипед, рады будем вас видеть, приходите, покупайте. Постоянным клиентам скидки. Будем рады вас видеть в нашем магазине. До скорого.